Накануне в Екатеринбурге был похоронен младший лейтенант полиции Андрей Богдашов, которого в прошлую пятницу на Балтыме во время грозы убила молния. Он с семьей отдыхал на озере. А когда начался ливень, Богдашовы укрылись в одной из деревянных беседок. Вместе с ними под крышу забежало и молодое семейство Патрушевых. С Георгием, 33-летним главой того семейства, Андрей познакомиться так и не успел. Он коснулся рукой перевернутой вверх тормашками металлической скамейки, в которой ударила молния. Второй мужчина был поражен разрядом через мокрый пол. Его заплаканная супруга пыталась мужа откачать, но тщетно. Позже подъехали врачи скорой помощи. К тому моменту оба мужчины были уже мертвы. Как признался в интервью комсомолке отец погибшего полицейского Сергей Богдашов, тело сына ему отдали лишь на пятый день после трагедии. Все-таки он был полицейским. Нужно было проверять, не было ли там криминала, с горечью в голосе заявил Богдашов-старший. Он показал журналистам июньское недавнее видео, на котором его 35-летний сын Андрей в родном саду на Уралмаше обмывает первую и, как оказалось, последнюю в своей жизни офицерскую звездочку. «За нового офицера! И чтобы родины никогда не продал!» – говорил за кадром Богдашов-старший. Представляю, первое очередное звание маршал лейтенант Богдашов. Поздравляем! Именно он уговорил сына идти служить в полицию. Парень наотрез отказывался служить в своем 15-м Уралмашевском ОПИ. Пошел на службу в Ленинский отдел. Отцу свой выбор сын объяснил так, дескать, а если попадутся те, кого он с детства знал, как он их сможет в тюрьму посадить? Отец сыну тогда строго сказал только одно, чтобы никаких взяток не брал. Хороший был парень, честно служил. До пенсии по выслуге лет ему всего 5 лет оставалось, сообщил газетчикам мужчина, с трудом сдерживая слезы. У Андрея Богдашова остались вдова и двое маленьких детей.